Мама, мы с Ильей расстались. А где вещи? Я не взяла. Ты опять все придумала? Девушка, я могу вам чем-нибудь помочь? Что там? Черт! Яна, какого хрена? Что ты здесь делаешь? Ты не оставляешь мне выбора. Кто-то из нас должен оставаться трезвым. Посмотри на себя. Ты торчишь, ты себе помочь не можешь. Может, потому что ты мне мешаешь? Ну как ты могла, ну как ты могла? Я люблю тебя. Я очень хочу быть с тобой. Говори другому все те же слова. Да, я такая. Бла-бла-бла. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя. Иди сюда, иди. Это срочно. Извините, ты своей жизнью займись, потом в чужие лезь. Психолог. Миллионы долларов. Это наши с тобой деньги. А там бить влево. Давай, давай, давай. У нас норма в семье лизать неприятности. Странно, что вы до сих пор этого еще не поняли. Потому что вы теперь с нами. Если ты меня не любишь, то я тоже. Если ты меня забудешь, то и я. Око за око. Если ты меня не любишь, то я тоже. Кларнет. Если ты меня забудешь. Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности. Да это офигенно, что у тебя есть человек, с которым ты можешь пить дешевое вино и играть в шахматы. У нас с Ильей не так. Только шахматы.